Бассейн убивает вашу поясницу. Это говорится в исследовании с 2002 по 2016 год. Взяли 500 пловцов и сделали им МРТ поясницы, где увидели, что происходит дегенерация дисков, то есть их разрушение, из-за постоянной скручивающей нагрузки, которую они получают при тренировках. И в 2008 году было принято решение добавить в тренировочный план упражнения для поясницы. Заболеваемость снизилась с 35 до 5%. И исследователи пришли к выводу, что в бассейне можно заниматься, но с оговоркой: нужно обязательно делать упражнения для поясницы.